От Ивана Михайловича. Говорим о погоде на 6 ноября. С пожеланием вам только самого лучшего. Пускай все будет хорошо. Удача, здоровье. Это самое главное. По республике без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В северных районах ночью минус 14, минус 19. В Маунте уже совсем зима. Минус 23-28. Днем минус 3, минус 8. По крайнему северу до минус 12. В центральных районах ночью минус 5-10. Местами чуть холоднее. 12-15. Днем 0, плюс 5. Ну, это еще не мороз. В южных районах ночью минус 4, минус 9. По юго-западу чуть холоднее. Минус 12. Днем 0, плюс 5. Наша любимая столица без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 8, минус 10. Днем 0, плюс 2. Погода нас пока радует. Атмосферное давление ночью будет расти. И утром будет 725 миллиметров ртутного столба. Днем будет падать, к вечеру составит 721 миллиметр ртутного столба. Самый счастливый человек – тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей. Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье. Дружба проникает в жизнь всех людей, но для сохранения ее порой приходится сносить обиды от друзей. Друзей не выбирают наши друзья, наши земные боги. Любите своих друзей. От Ивана Михайловича. Мы ваши друзья.